Это ими будут аплодировать, точно диплом не получат. Да, абсолютно. Посмотрите, он громче всех. Я запомнил. Мне кажется, что с выходом Александры и вас, наверное, стоит все-таки поговорить, и это будет правильно, если мы поговорим о преподавателях, о профессорской преподавательском составе, который присутствует здесь у нас в нашем зале. Наверное, самое время их поздравить с Днем космонавтики студенческими аплодисментами. Не правда ли? Потому что, наверное, видели, что не прикалывался Борисенко. Молодой, забыл его фамилию. Правильно вы говорите. Не поднялись бы в космос, если бы не получили знания здесь, на Первой Красноармейской, дом 1. Уважаемые преподаватели, с праздником вас! И от преподавателя, эта песня. Да, абсолютно точно. Я очень долго выбирал песню для этого праздника. И мне кажется, она непосредственно про космонавтов и про преподавателей нашего института. Старшему поколению она особенно понравится. С праздником, друзья!